наконец-то этот кусок говна загрузился, и мне сразу же надо звук убрать на минимум, чтобы не мешал. Вот так вот. Так. Сегодня у нас, как вы уже догадались, Сома по плану. Мы продолжаем. Я хер знает, куда уже идти. Я хер знаю, когда уже конец у этой игры. Но, блядь, я добегу до этого фонарика, Сану. Иди в жопу, Саны, урод. Ты козел, иди нафиг. Вообще ко мне не прикасайся. Ты мне не друг и не товарищ. И не друг, и не враг. А так, я на дне. Я просто на дне. И не видно ничего. Вот он, графон. Как тут отличить графон от ныла? Никак. Эта игра ужасна. Она еще хуже, чем PlayStation 3. Не. Боже мой. Где там следующий фонарик? Вон он. Давай, Саймон. Быстрее. Ковчег уже ждет. Ковчег уже кипит. Кстати, о кипении. Если я куда-то убегу вдруг на минуту, это значит, я побежал в сторону чайничка. Да. Надо чайничек вырубить. Как это вообще здесь работает? Как оно... На батарейках? Хер его знает. Окей, это дно. Я просто на дне. А может быть и нет. Тут говорили, еще глубже есть. Ну сколько тут? 4000 километров. 4000 километров? 4000 метров. Вполне достаточно. И неплохо. Тут так такая тьма глубокая, что аж страшно мне. Тут еще как-то пауки выживают. Каким-то боком. Окей, рыба, но пауки-то совсем дичь. Это что такое? Блять, такое мыло, ничего не вижу. Проверить, что ли, пойти? Не. Саймон, тихо. Не паникуй. Черт. Что это? Не знаю, что это, но, блин, лучше от лампочки не отходить далеко. Да. Слава богу, мне авто сохранили. Я уже думал, писец полный. Какая-то рыба меня сейчас сожрет. Это что, Тао? Я прибыл, наконец-то? Может, игра уже закончится? В конце концов. Сколько можно меня мучить? Это зачем тут? Это что такое? Ты фиг разберешь. В любом случае. Нажимай. Давай, давай, заходим. Согреваемся. Чай, кофе, потанцуем. Потрясающе. Ну, хоть тут свет есть. Давай, закрывай это убежище. 111. Или как оно там? Давай, 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 давай. Оп. Однако быстро она закрылась. Учитывая, что она весит пару тонн, еще вода. Она прям так хоп резко. И закрылась. Давай, выкачивай это говно. Нехер тут делать. Бля, только не вылетай, игра, пожалуйста. Я слышал то, что в этот момент у некоторых игроков возникали баги, глюки и вылеты. По-моему, все пронесло. У меня один раз был вылет в такой себе момент. Так, это как открыть? Спасибо, что отпустила. Я думаю, мне писец уже. Игра? А, ты сама открываешься. На автоматике. Добро пожаловать в 111 убежище. Или... Да, как же приятно, а? Теперь давай, давай... На-н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 а-
немножечко другие. Совсем немножечко другие. Совсем другие. Welcome to Tau. What's left of it? Are you guys all right? What happened here? We ran out of real food long ago. People have been getting sick. Haven't heard from anyone in months. No shit. They all think you're dead down here. Some failed evac story circulating at Omicron. Oh, God. Listen, son. We're on an important mission, and we need your help to operate the Omega Space Gun. When it's done, we can all head back up the plateau. But now we need to get moving. Of course. Head on through to the habitat. We shut off the front section to preserve power. All right. See you soon. Что значит настоящая еда? Я не знаю. Котлетки? Ненавижу котлетки. Терпеть их не могу.
Вода. Господи, ну... Вот так вот. Еще вода японская. Так, тут у нас почему-то заперто, тут у нас заперто. Тут у нас компьютер, тут у нас кто-то уже родился, по всей видимости, так же, как и я. Так, это не открывается, не открывабельно. Статус костюма. Сигнал потерялся, работает. Вот, кто-то в третьем костюме уже работает. Замечательно. Ничего полезного. Что? Отслеживание. Ладно, окей. Alright. Let's go. Я пошел в ту сторону, надеюсь, да? По-моему, да. Hello? Hello? Какой дверь? Это эта дверь? Ну, а может быть... А может быть... А может быть? Нет? Может, эта дверь? Какой шлюз? Тут лампочка не горит. Сервис. Значит, открываем. Привет! Есть кто дома? Стартеры одни валяются какие-то. Ух, вот это жук. Смотрите на этого жука, реально жук. Фу, какая мерзость. Голова. Поговори со мной. Да пошел ты. Я тебя болгаркой сейчас отхерачу. А это что? Не знаю. Поршня какие-то. Пустая. Не облить, не поджечь, ничего нельзя. Здесь я уже был. Здесь у нас ничего. Здесь у нас ничего. Здесь у нас сломанный омни-инструмент. Инструмент. Компьютер хочет со мной поговорить, но у него ничего не получается, потому что он нубиара. Мышка. Нахер. Open the door. Слишком много дверей, я скажу вам. Не нравится мне это все. Дермицом попахивает. Где уже финал? Где уже финал? Я не знаю, что тут за финал, но, в принципе, несложно догадаться, что он будет хорошим и каким-то там трогательным, наверное. Няшным. В принципе, это логично. Все не должно... Все не может закончиться плохо. Куда уж хуже-то. У нас так все херово. Мы так уже третьего Саймона оживили. Я думаю, достаточно для этой жизни. Можно четвертого в компьютер вселить и все. Забивать на эту игру. Да? Раз. Два. Три. Пока она откроется, я уже сбегу в другой континент. А если сделать так? Вот так. Отлично. Прошла насквозь. Замечательно. Игра, ты говно. И не стоишь своих 400 рублей. И, по-моему, пиздец. По-моему, пиздец. Блять, по-моему, мне реально пиздец. Сука, нахуй, сука, блядь, сука, блядь, сука, блядь. Ты нахуй, сука. Ты чё, говно поел? Иди нахуй, иди нахуй, 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 нахуй. Опа-пара-пари! Блять, блять, блять. Где я вообще? Что это за дичь? Тебе надо! Уйди от меня! Ебанят! Ебанютка! Ебантяй! Ебалака! Уйди отсюда! Сука, какого хуя? Кто тут еще в костюме бродит? Мне себя, мудака, хватает вот так вот навсегда. Тут еще какая-то срань бегает. Такая же, как я прямо.
Если он меня напугает, я нахер эту игру удаляю. Я же до конца финала доходить не буду. Это говно нафиг мне нужно, сколько можно? Я и так инфаркт сердечный. Блять, приступ. И аритмия. Какого хера? Ты же сюда не идешь? Ты же не сюда идешь? Блять, он сюда идет. Прекращай. Мы же друзья, мы все в костюмах. Ты куда поехала? Банка. Вернись. Выдаешь меня. Ёбаный твой рот. Ёбаный твой рот. Нахуй иди. Иди нахуй, сука. Не хочу. Не хочу умирать. Я не хочу умирать. Нет. Нет, только не сейчас. Пожалуйста. Она, блядь, катится сюда. Это значит, он там стоит. Пиздуй отсюда. Уходи. Дверь закрой. Как мне? Чё мне? Как мне? Чё мне? Слышь? У меня, блядь, все чувство желания исследования этого мира ушло на ноль. Чувство выживания дороже. Инстинкт. Сука, ты же не сюда идешь, скажи мне. Хер его знает. С какого угла он сейчас выйдет? Пидорас. Так и знал. Не, спасибо, с таким не вожусь. Нахер. Сучара безмозглая. Сука, да что тебе надо? Блять, по-моему, меня засек. О, у меня глюканы, это писец, мне так стрёмно. Стрей, говно! Нахер надо? Какой дресню я попал на этот раз? Нахера эти монстры нужны здесь? Хера здесь нет, уходи! 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 Нет! Нет! Нет, 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 нет! Даже не думай об этом! Пыщ, пыщ, пыщ! О-ло-ло, мы все быдло и говно! Нахер? Нахер! Нига! Нига! Нига? Блять, только не открывай, ну пожалуйста, я тебя умоляю, деточка. Чем надо от меня? Сидел бы в своем костюме. Сидел бы. Сука, блять, безмозглая. Ебанатка. Ходячий скафандр. Ведро, башка. Атас, угар, чума. Пиздуй отсюда. Нехуй тебе тут делать. Электронная станция не работает. Журнал доступа не работает. Диспетчер, вызов. Редактор, вызов. 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 Кого-нибудь. Блять, давай не шуми, а! Вот тебе мне, мне тебе вообще не надо. От тебя ничего. Хус? Фурудах! Как ты не в настроении играть и разговаривать? С роботами. Роботы тоже люди. Нет? Роботы не люди. Ну тут есть люди, я так понимаю. Он не в настроении разговаривать с роботами. Ишь, какой высокомерный человек. Много о себе возомнил. Эгоистичная тварь. Хуй.
Я просто не буду на тебя смотреть. И ты исчезнешь, да? Это всегда помогает мне. Дядя! Ты мне мешаешь. Общаться по скайпу с людьми! Пиздуй отсюда. Нахер. Че ты тут шляешься? Че, места мало, что ли? Что это такое? Ой, блядь. Что делать? Что делать? Это провод. Иду, это кровь. У меня уже глюканы. Надо чайничек пойти выключить. Погодите, чти, сейчас вернусь. Нига, 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 нига. На чем мы там останемся? А, да, точно, урод. Урод тут бегает. Это не я. Явно не я. Тут без меня уродов хватает. Причем они меня косплеят даже. Сукины дети. Окей. Что бы ты ни делал, не иди на меня. Понимаешь? 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 Ни хера я не понимаю. Задолбала ты меня. Давай. Пыщ-пыщ-пыщ. Я ничего не вижу на самом деле в этой теме. Я тоже. Еще у меня монитор расположен выше, чем я сам. Поэтому... Блин, так еще тяжелее что-либо увидеть. Хочется голову задирать наверх. Понимаешь? Понимаю. Какие саные двери здесь? Хер откроешь? Бежать-то надо куда-то. Оля-ля. О-ля-ля. У-ля-ля. 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 У-ля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 . Иди нахер, ты слепой. Как ты чё? Блядь, пиздун. Сука, пиздун! Ебатня, ну ты урод. Так уж, как и я. Блядь, проглоти меня. Какого художника? Говна кусок. Ведь он еще здесь шляется. Ну почему бы ему просто меня не убить? Сраные эти. Ага, ну поняли. Где он? Ну чё он тут шляется? Это он стоит? Я просто
плохо вижу. Точнее, ничего. Где он? Я не вижу ни хера вообще! Урод, ну мудак, ну ты чё? Саймон! Иди нахер, сука, блядь, ну ты говно ссаное, блядь, ну кто это придумал вообще, это говно? Серьезно, что за дебил? Нахера эти монстры вообще нужны, я не понимаю. Они тупые. Они раздражают. А хорошо, ладно, они пугают. Ну, во-первых, какого хера они такие быстрые? Почему с ними всегда так сложно? Alien Isolation был намного проще, чем это говно. Серьезно. Это вообще отвратительная игра. Что делать? Мне даже никто не хочет сказать точно. Чем мне тут заниматься в этой игре? Ну, я ни хера не понял все равно. И что? Куда мне идти? Прямо? Мне прямо? Как туда попасть? Ну, как-то прямо. Как-то прямо. Чё? Стой. Погоди, погоди. Где я нахожусь? Окей. Допустим, сейчас попробуем. Сейчас направо, да? Прямо. Налево потом. Сейчас прямо. Дядька, мне дышит в затылок. Я ненавижу, когда мне дышит в затылок. Куда идти? Опять же. Ебалайка. Это писец. Давайте скажем честно, это писец. Уже ролик пора заканчивать, а я все еще здесь. Геймплей для нубов. Геймплей для школьников. Сука, для школьников! Иди нахуй. Чё, за мной бежит? Нихуя. Или он тупой, дверь не умеет открывать? Хера, он не тупой. Чё он делает, агрится? На что он агрится? Я дверь перед его лицом закрыл. Ой, дядя, ну ты тормоз. Или он застрял? Хуя, он не застрял, блядь! Ну кто это говно придумал? Это отвратительно просто! Это ужасная игра, я не могу, блин, я бы уже давным-давно ее прошел, если мне эти дебильные моменты. Вот как, блядь, с этим жить? Вот, сука, ну чё вот делать мне? Пиздец. Ну уходи, ну ты заебал уже тут шататься зад-назад, ну господи, ну клёвый, ну чувак в скафандре, ну ладно, появился, уж. Ушел, и не мешайте мне играть. Ты мне только... Он что, не понимает, что он мне только мешается играть? Закройся там, сиди нахер до скончания веков. Пока ковчег... Сиди там, пока ковчег не найду. Вот просто, блядь, сиди там. Налево.
как ты заебал. Как ты заебал, а? Саймон, давай без лишних звуков. И побыстрее. Какую дверь он долбится? Кто мне ответит? В ту, да. Быстрее, быстрее. Ебалака, блядь. Сука, быстрее. Запирай его там. И это говно тоже запирай. Быстрее, быстрее. Саймон, блядь, прошу тебя, малыш. Малыш, Саймон. Блядь, умоляю. Блядь, малыш, Саймон. Ну. Ну, какого хуя эта дверь такая? Блядь, ёбаный инфаркт. Сука. Какого хуя эта дверь не открывается? Ну кто такой долбоёб придумал, что это будет гениальная идея? Блять, быстрее. Но я не могу в это играть. Мне, блять, просто плохо. Быстрее, Саймон, пожалуйста, малыш, блять, если тебя за ногу схватит, я тебя выебу прямо на этом месте. Сохраните меня уже! Что? В чем проблемы? Ой, я уже задолбался на паузу нажимать. От нервов. Ненависть! Что это? Да, правильно, закрой это говно. Нехер ему тут делать. Фу. Сохраните меня, ну господи, серьезно. Я не хочу потом все это 100 раз проходить, перепроходить. Это тупо. Спасибо, блин. Ужасно. Что за говно? Хватит меня пугать. Ладно, я не буду это закрывать. Вот вылечить меня стоит определенно. Это я уже получил пиндюлей. Пиндюлей. Кто со мной разговаривает? Рот. Твою Машу. What the fuck? Что значит ничего нету? Не подходи! Огрею! Не подходи, я вооружен, у меня табуретка, и я не боюсь ей воспользоваться. Что за лаги? Alright, alright, прекращай. 100 раджи. Чё у нас 100 раджи? Чё у нас в этом? Как-то по-русски 100 раджи. Я не помню, я забыл, как по-русски это слово, 100 раджи. Ну, вы поняли. Типа, кладовки. Тампонов вот это хера и больше. Какие-то крема японские. Японщина. Аккумуляторы. Или что это за коробочка? И ничего больше. Никто не услышит твоих криков под водой. Че у нас в этой комнате-то вообще есть? Кроме протухшей еды и шоколадки. О чем ты говоришь, дядь? Дядя, смотри, смотри, как его не остановить? Я могу его остановить вот так вот. Оп! Гениально. Гениально. Уйди нах. Ну что за твою Машу? Ну хватит, прекращай, серьезно, дядь. Расслабься. Да уйду сейчас, ну подожди, подожди. Не спеши. Куда так спешишь? Ну, например, что это за комната? Не знаю, я читаю. Не умею читать. Ой. Ой-ой. Ой-ой. Это
Человек-куколка? А это... Погоди! Тот меня бы так еще не штормило, был бы вообще заебись. Блин, это очень! Вот прямо один в один фильм «Вирус». Вот кто смотрел, тот явно заметит схожести частичные в сюжете. Скорее всего, этот гель — инопланетный организм, который прилетел вместе с метеоритом на Землю, который уничтожил его в результате. Потому что как еще описать эту херню? Блять, этот человек — личинка, органическая материя, робот. Вот этот какой-то вообще полуандроидный. Оставим его здесь. Не, я даже скрывать не буду. Не лень. Окей, здесь что у нас? Все какие-то больные. Че? Нахер иди. Расскажи мне. Can we do anything for him? No. We're out of sedatives. If we had a gun, this would be the time to pull it out. Did not expect it to end like this. Should have jumped the climber back to Omicron. Without the Ark? Forget about the Ark. No, you don't get to say that. It's the only thing left of value, you know that. Yeah. Promise you won't leave it behind. We'll all be dead one day. Then what? We'll better keep it safe until then. Don't want the wild to take it, swallow it whole. I'm sorry, Catherine. Pedersen! It's okay, Ian. Just let it out. Let it all out. Все. Видимо, он отпустил. Видимо, он это... Отпустила его, чудо-трава. В общем-то... Давайте, думаю, на этом остановимся мы. Это, конечно, все очень здорово, весело, но, блядь, где же этот финал уже конечный? Где же конечная цель-то у этой игры? Ладно, окей, еще один бедный Алексей, бедный пострадавший. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставайтесь в эфире, ребята, до новых встреч!